16 лет. Я учусь в лицее ТюмГНГУ. Мой рост 1,66 м. 12 лет своей жизни я посвятила спортивным бальным танцам. Имею второй взрослый разряд. Также люблю рисовать, люблю петь, очень люблю кататься на коньках и прыгать на батуте. Вот. В свободное время я обычно либо пою, либо рисую, ну либо катаюсь на коньках. В принципе, еще я выступала за лицей в группе с девчонками. Мы выступали на синей премьере, также на писташке, но без меня. Вот. Ну, это все. Ваша вопрос. Можно, да? Да, да. У меня вопрос, что у тебя с ногой? Я подвернула ногу, когда прыгала на батут. Ты сейчас нормально ходишь? Нормально, что ты чувствуешь ногу? Просто мне нужно знать, он дофиле на мне прошагает или нет. Конечно, прошагает. Хорошо нога себя чувствует? Точно? Да. Ну ладно. Ты занимаешься спортивными бальными танцами. Продолжаешь ли ты заниматься? Да. А в каком клубе ты танцуешь? Мини данс. Мини. Да? А какой твой самый любимый, ну какой конек твой танец? Какой, латинская программа или европейская? Я танцую только европейскую программу. И любимый танец, лучше которого всего получается, это медленный фокстрот. Медленный фокстрот, хорошо. Она еще поет. Нога у нее куда идти. Когда спускай, она споет, она говорит, что поет. Поешь? Я люблю петь, я... Ну, я не профессионально пою, я пою любительски. Ну ладно, тогда такой вопрос. Чем ты будешь удивлять нас в финале, если ты пройдешь? Ну, скорее всего, буду танцевать, потому что танцую я профессионально. А нога? А нога заживет к финалу. А партнер придет к нам поучаствовать? Ну, в смысле, поддержать тебя, да, станцевать с тобой медленный фокстрот. Может быть. Может быть. Ну все, есть вопросы? Спасибо. Васильева Владилена, а готовится Столбова, или Столбова Ольга, простите заранее.